Ленар Хаматов, соблюдающий мусульманин. Новость о том, что в Татарстане заработал первый мобильный тарифный план для тех, кто придерживается исламских норм, он встретил с большой радостью и сразу пошел подключаться. Я бы купил симку маме, во-первых, всем своих родственников, так как есть те люди, которые не читают пятикрат молитву, а эта сим-карта является бы напоминанием для всех, что надо читать и намаз. Пользователи нового тарифного плана «Азан» получают ссылки на наставления муфти Татарстана. Теперь смартфон без всяких приложений информирует о времени намаза и датах мусульманских праздников. Вместо гудков в телефоне поют мунаджаты, приходят смс с хадисами. Пользователям тарифа «Азан» стали доступны льготные звонки в Саудовскую Аравию, в священные Мекку и Медину. В Саудовской Аравии можно звонить за 10 рублей. Еще будильник на утреннюю молитву, которая так важна для мусульман, чтобы не пропускали его, не проспали его. Дозвониться до родственников, находящихся в святых местах, бывает сложно. Тариф упрощает эту задачу. Представители мобильного оператора говорят, что тариф может быть интересен не только мусульманам. За небольшую абонентскую плату можно получить безлимитный доступ в интернет, пакет бесплатных смс по Татарстану и льготные звонки по республике. Это очень дешевый тарифный план. Если разобрать все тарифные планы среди остальных операторов, никто не предлагает вот эти самые услуги за 8 рублей в день. Мобильный тарифный план «Азан» выпустила компания «Таттелеком» в сотрудничестве с Духовным управлением мусульман Татарстана. Это не первый совместный проект бизнеса и духовенства республики. Мы реализуем несколько глобальных проектов по телерадиовещанию. И возникла идея еще по одному направлению, по нашему главному направлению, стратегическому направлению по развитию компании. Это продажи мобильной связи. Есть тут и рассылка Духовного управления мусульман Татарстана. Она держит в курсе событий в жизни уммы. Кстати, на сим-карте тарифа изображен великий татарский просветитель Шигабуддин Марджани, 200-летие которого будут отмечать в следующем году. Единый план ДУМРТ, который будет позволять распространять традиционный ислам в правильных руслах и для правильных людей. Тарифный план «Азан» мобильного оператора «Летай» запустили в июле. За месяц к нему подключились более 1000 татарстанцев. Желающих воспользоваться этим тарифом не становится меньше. Ежедневно мы продаем около 100 сим-карт по этому тарифу по всей территории Республики Татарстан. Когда мы оценивали объем рынка, мы примерно рассчитывали именно на эти объемы. В компании «Таттелеком», которой принадлежит сотовый оператор «Летай», говорят, что готовы поделиться опытом внедрения такого тарифного плана и с другими мобильными операторами. Ведь это не только бизнес, но и важный социальный проект. Эльвира Шарафиева, Наиль Серзидинов, канал «Алиф Татарстан».